В Приморском крае полиция разыскала и привлекла к ответственности гражданина, разбившего интерактивный экран. В дежурную часть находки поступило заявление 26-летнего местного жителя о том, что неизвестный разбил экран на умной остановке в районе улицы Ленинградской, после чего скрылся. На место происшествия выехала следственная оперативная группа отдела МВД России по находкинскому городскому округу. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемого. Полицейские задержали и доставили для разбирательства в отдел полиции мужчину, причастного к данному инциденту. Задержанный сказал, что ему не понравилась реклама, которую демонстрировали на экране умной остановки, и он решил таким способом от нее избавиться. Дознавателем отдела МВД России по Находкинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев. Решение примет суд. Фигуранту уголовного дела, а скорее всего его родителям, также предстоит возместить ущерб, причиненный городской инфраструктуре.